colloquial language. Colloquial language, yes, speaking. Это разговорный язык. Мы продолжаем изучение. Кусук. Кусук. Ла. Ла. Туча. Туча. Намго. Кусук ла. Кусук ла. Туча намго. Туча намго. Кусук ла. Кусук ла. Туча намго. Туча намго. Take care of your health. Take care of your health. Будьте здоровы, то есть позаботьтесь о своем здоровье. Дословно так, позаботьтесь о своем здоровье. Кусук, мезе, body. Кусук это тело. Ла is a... Ладон. Ладон, preposition. Ла это как предлог, ну, в данном случае это как связка, предлог связок. Туча нанго means take care. Туча нанго это берегите take себя. Yes. Take care. Туча нанго. Take care. So it means take care of your health. Uh-huh. Take care of your health. So вместе означает берегите себя, то есть берегите свое здоровье. Кусу ла. Кусу ла. Туча нанго. Туча нанго. Or if you want to request, кусу ла туча нанго. 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 This is good. If we write instead of good, нанго. And that something is like a request. And nango is nango. And nango. Nango is take care of your health. Yes. Если как пожелание, то мы говорим нанго в конце ро. А нанго это как будьте здоровы. Just saying, just take care of your health. More honorific. Huh? More honorific? Yes, yes, yes. Both are honorific. Kusuk is honorific, Tuja is honorific, Nang, all are honorific. Nago and Nandro. If we not say in ordinary language, yeah. Supula tabucha. Suk is ordinary. Tabucha, tabucha, tuja. But we know you don't use this. Кусула туча нанго. Это обе формы, они уважительные. Кусула. Вот так как это произнес сейчас Гешала, эта форма считается разговорной. Но в основном ее не употребляют. Употребляют вот эти две формы. Кусула туча нанго. Take care of your health. Будьте здоровы. Тук. Тук. Йен. Туин. Тук йен. Тук йен. Нанг мегэ. Туин нанг мегэ. Please don't worry. Пожалуйста, не беспокойтесь. Please don't worry. Туин нанг мегэ. Нанг мегэ. Мегэ. Туин нанг мегэ. And be happy. Be happy. Тобушен. Тобушурон. Тобушен. Тобушен шурон. Tui nang me, please don't worry. Tui ying nang me ge. Tui ying nang me ge. Tui nang me ge. Can you translate all words? Tui ying means worry. Tui ying это беспокоиться. Nang me ge don't. Nang me ge не беспокоиться. And where is Nang. Please? Huh? And please? So, it's just all, you know, it's honorific, so it's please. Okay. In English, there's no honorary words. Yeah. To make it, we use please. Doesn't matter. Yes. In Tibetan, all are, you know, honorary. Okay. Yes. Я спрашиваю, почему тогда мы переводим «пожалуйста, не беспокойтесь». Потому что эта форма уважительная, поэтому переводится по-русски, это как «пожалуйста, не беспокойтесь», с уважительной точки зрения. Maybe Semde Maji, don't worry. Semtel Miji. Semde Maji. Colloquial? Yes, colloquial. It's just ordinary. Ordinary. This is honorific. Repeat, please. Semde Maji. Вот эта форма, это разговорная форма. Semde Maji. This is ordinary. То есть, не беспокойся, что ты. Туин нанг мегэ, honorific. And we can tell with This is the best.
Okay, we can speak with some teachers. Teacher, anybody. Okay. So anybody, you can say this. Okay. Don't worry. И мы можем говорить вот это, например, какому-нибудь учителю, это будет нормальный фото. Туин нам мегэ. Туин нам мегэ. Туин нам мегэ. Туин нам мегэ. Гонгэн мэ бачи. Гонгэн мэ. Гонг. Ауканар гонг аса. Гонг. Аукала гэл. Гонгэл. Мэ бачи. Excuse me. Пожалуйста, извините меня. Excuse me. I beg pardon. Я прошу прощения. I'm sorry. Извините. And this гонда. Гонда. Same here. I'm sorry. Short. Short. Yes. А гонда то же самое, сокращенная форма. Yes, I'm sorry. We say in English. Sorry. Like we say гонда. Sorry. I'm sorry. Мы говорим кратко, прости, там, простите. Гонда. Или гонда. Прошу прощения. Гонда. I'm sorry. Short. Yes, and short. Гонде мебати. And short form it's also honorific. It's honorific, yes. А сокращенная версия тоже уважительная. Гонде мебати. Гонде мебати. Мебати. Ти. No, this is ти. This is па. Гонгэл мэбачи. Гонгэл мэбачи. Здесь есть уроки, записанные ребятами. I beg pardon. Вы можете переписать все на болванку и посмотреть там очень хорошо подробно все уроки. I'm sorry. Гонгэл мэбачи. И выучить, да, по памяти. I beg pardon, or excuse me, or I'm sorry. All this you can use this one. Гонгэл мэбачи. И это предложение всегда означает прошу прощения, извините. Гонгэл. Гел. Гел. Гонгэл. Гонгэл мэбачи. Гонг means thinking or mind. Гонг это как бы ум, это мысли там. Гел means against, opposite. Гел это, то есть противопоставление. Напротив. Мэба но. Нет. Мэпа нет. Мэба чи. Чи это как request. Чи это как пожелание. Гонгэ мэба. So it means excuse me. Да. We do something bad and we comes in our mind against. Да. So do that, doubt that against. Когда мы просим кого-то не сохранять в памяти что-то, например, ну, негативное, мы говорим вот эту форму. То есть не думайте, пожалуйста, не думайте. Ну, то есть, извините меня. Гонда. Гонда. Гон means when mind, and так means purified. Окей. Гон – это ум, размышление, так – это очищение. If something bad or error or something unhappiness if in our mind, then maybe it should be purified. И когда есть какие-то... I'm sorry. Какие-то несчастья в нашем уме, что-то мы чем-то не удовлетворены, то мы должны это очистить. So we say this is Гонда, I'm sorry. Гонда, извините. I'm sorry. Прошу прощения. Гонда. Гонда. Гэй нанги май. Гэй. 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 Нанги. Нанги. Маре. Маре. Энанги маре. Энанги маре. Энанги. Энанги маре. It's all right. Энанги маре. It's all right. It's all right. Okay. It doesn't matter. It doesn't matter. Это не важно. То есть все хорошо. Тоже все окей. Вот разнообразные переводы. It doesn't matter. Да, это не важно. It's all right. Все хорошо. Энанги маре. Кэй нанги 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 маре. It's all right. It doesn't matter. Все хорошо, не важно. Doesn't matter. Кэй matter. Кэй is matter. Нанги маре doesn't. Кэй важно, а нанги маре не важно. Doesn't. То есть не.
Генанги Марек, неважно. It doesn't matter. It's all right. Все хорошо. It's okay. Генанги Марек. Okay? Okay. So this is learned to this Kolgu language. И сегодня мы изучаем все эти предложения, все эти восклицания из разговорной речи. Кусула. Тукча нанго. Кусула. Кусула. Тукча нанго. Тукча нанго. Кусула. Кусула. Тукча нанго. Тукча нанго. Туин нанг мегу. 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 Гонге мебачи. Гонге мебачи. Гонге мебачи. Гонге мебачи. Гонге мебачи. Гонге мебачи. Гонда. 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 Гэнанги маре. Гэнанги маре. Гэнанги маре. Гэнанги маре. Гэнанги маре. Гэнанги маре. Гонге мебачи. Гонге мебачи. Гонда. Гонда. Гэнанги маре. Гэнанги маре. So when you read it, кусук ва тукча. 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 Нанго. 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 To introduce the meaning, you know, we have the prefix and suffix, postfix. Uh-huh. But when we read, you know, this prefix and this postfix is silence. Okay. Ку сук сач сука сук. Ку сук. И вы видите, каждая буква, она добавляет какое-то значение, она что-то означает, как-то переводится. Добавляет какой-то перевод. Вот в данном случае сук. Здесь префикс, то есть приставка га и второй суффикс са, они опускаются, они не слышны. И звучит только сук. Сашим джусука сук. Сашим джусука сук. Гау сашим джусука са сук. Гау сашим джусука са сук. Саша бью су каса сук. Саша бью су каса сук. All yes, you know, the pronunciation is сук same. Но произношение здесь только сук. But there's different meaning, you know. Кого сай сука сук means body. Саша бью су каса сук means pain. Pain. When we hit, there will be pain on our body. Oh, yeah, okay. Pain. Если есть приставка гау, га, то есть то мы читаем, у нас есть перевод такой, тело, да, body. А если нет приставки и просто сук, то тогда будет переводиться как боль. Когда нам кто-то наносит какую-то рану, мы испытываем боль. Семилайно, тажи ту ка са тук means mind. Тук – это ум. Mind, yes. The honorific. Clear mind. Mind, yes. Тук – это ум. In ordinary means self. А обычно мы говорим сэм. But this is тук, means mind. And if you write тащу чу тук, ка тук, without this са, тукпа, means суп. Суп? А если у нас не будет... А если у нас не будет суффикса са, и будет просто тук, тукпа, переводится как суп. Суп, yes. Суп? Суп, тукпа. Тащу чу тук, ка тук, и па, тукпа. Поэтому видите, как меняется значение. Произношение одинаковое, но значения разные, перевод разный. Actually, there may be little difference. Yeah. Тайту ка са тук a little bit stronger. Yeah. And тайту ка тук a little bit less. Ну, конечно, конечно, если мы хорошо долго практикуем, мы уже различаем разницу между вот этими двумя словами, потому что без суффикса звучит намного твёрже звук. So most of the you know this post suffix is should be silence when reading. Многие в
во многих словах этот постсуффикс, то есть второй суффикс са, он опускается и не слышен. But you know, in Ladakh, you know, Ladakh area, Himalaya, they read this sa very clearly. Pusuks, tuks, very clearly. Ladakh. Но есть такой регион в Гималаях, Ладакх. Там читают эту са и читают вот так, как сейчас прочел Гешала. Тусукс, тукс, тукс и так далее. It is very clearly са. But гос, when гос, 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 рокс, like that, гос. This са very clearly, you know. In Russia, there are a lot of time ago, we was read like this, with са. So when we say kusuk la tuja nangur, so suffix post suffix size almost very not so clear. Но мы будем читать так, мы не будем произносить са, и у нас будет звучать так kusuk la tuja nangur. Nangur. And you know this prefix ba is also almost like a silence. И приставка ba. В данном случае приставка ба тоже опускается, она не слышна. Without ba again is чак-а-чак. Но если без ба, мы будем звук будет, слог будет намного тверже звучать. Пау-чак-а-чак. If we don't write this ba, it's still it is чак-а-чак. Чак. 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 And with ба? Without ба, пау-чак-а-чак. Вот вы видите. Пау-чак-а-чак. Если можете проследить, то есть разница между чак и чак. Чака-чак. 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 Поу-чака-чак. Вот. И это тоже. And when there is a ba, it's a little bit stronger voice. Without this ba, less. Приставка делает звук более тверже. Звонче. Ту-чак. Чак. Ту-чак. Чак. Чак. Here, guy. It's a little bit changes, you know. With this, it's become gao na na na, gao na na na, gao na na na, gao na na na. И в этом случае тоже га приставка га меняет на более звонкую. But without га, you know, it is na na na. И без га звучит намного на 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 мягче. Little bit different. This has a different. Есть разница небольшая. With ga it is nang, and without ga it is nang in nang la home nang in kanbe nang. Вот есть слово без га употребляется nang la, это дом. Nang. Nang la дом. Более мягче произносится. With ga is nang. As gao. Oh nang la nang. Is gao более твёрже. Нам, каунанга нам. This is little different. Нам. And here, дау канаро гуэсао гуэ. This is almost same. Even without this, да, канаро гуэсао гуэ. Here, дау канаро гуэсао гуэ means need. You should need to do. Yes. Если нет приставки да, то будет слово переводиться по-другому. Нужда, например, какая-то нужда. And kanaro gosa go means without this da prefix da go means cloth. Okay. То есть я прошу прощения. Сдау переводится как нужда, а без приставки переводится как одежда. Go like this. So when you read this, mostly you know prefix and this postfix should be silence. You read mainly this root letter and then suffix. Окей. И вы должны запомнить такое правило. Приставки, как правило, и вторые суффиксы не читаются, они опускаются. Коренная буква, такая, которая... Коренная буква, вы помните, мы проходили этот раздел. Если над ней стоит или под ней стоит подстрочный или надстрочный звук, она читается, и читается первый суффикс. But very few like this, kao-na-na-na. And go ya tengo ying na ying like this. It little bit without this prefix, no, it is ying. Ya tengo ying na ying. And with prefix ga, go ya tengo ying na ying, ying and ying. It's a little bit different.
И вы должны напомнить, что есть разница между словами, которые с приставкой и без приставки. Если есть приставка, то звук становится более твердым, звонким. With ka nang. Kau nang nang. And without ka nang nang nang. И вот разница. С га читается нам, без га нам. And this all this. Kongel this for ya. For ya and na and nga. There are few letters which changes the sound with help of this prefix. И еще есть такое правило. Есть несколько букв, которые, являясь приставкой, меняют звук после нее стоящей буквы. И это правило мы будем учить в дальнейшем. Nga, nga, this will also change when they have a, no, da, prefix. Да, change. Daunga, shimun, lamun, maungan, raman, namun. This will ga. For example. Huh? For example. Nga. Right. Please. Can you write? Nga na rongwe sa nga. Nga. This is nga. Nga na rongwe sa nga. If you put here da. Nga. Tau nga na rongwe sa nga. Nga po. Nga po means things. And ng means I, my, ng, my, ng will. Ng means without da, ng means my. Без да, без приставки да, ng переводится как ум. So this sound, pronunciation also a little bit different. Ng, this is with prefix da, ng, ng po, ng. How to translate? Мопо. Things. А, вещи. Things. Если есть приставка, мопо. Да, то переводится как вещи. Мопо. So with da and without da. With da and without da, you know, pronunciation is changed. Мопо. Мопо. And without da, mine. My. 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 Okay. Извиняюсь, не ум, а мой. Да, ну плохо слышно, и вы перебиваете его. Without da, ну, как раз в этом случае ня. And ня also, no? Нярму не са не. Нярму не са не. 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 Неба. Неба. Punishment. Неба там. Punishment. Fine. To put, give a fine. If some breaks the rule, then we put, give some fine. Police day, give some fine and punishment. Неба. Punishment. Неба. Неба. Punishment. Окей, наказание. Непа. Наказание. Не. And we put here ga. Когда мы подставляем приставку? Не. 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 Звук меняется, вы видите? Не по ноге. Не по ноге. Не. 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 Без га, вот такой. With га, не. 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 Little different. Есть разница. Не. Не. Like this. There are few letters in it. Nga, nya, and ma also. Ma. How translate не with га? Ma. How translate не with га? Не. Happy. Не. Счастье. Happy.
Счастливый. Light. Счастливый. Я, наверное, не like небо. А, like? Небо. Нет, нет, нет. Spelling not so... Not this spelling, but... Another, yes. Okay. So, this doesn't have any... You know, when we write this, gigo. Yep. It is ni. Ни means two. Если мы подпишем гигу, а не дзенбу, мы изменим букву. Ни. Мы изменяем слово, и будет два. Ни. Цифра два. Оли нягу не за ни. 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 Тон. Ни. Тон. Ни. И вы будет га. Ни. Ни. Тон. Вот здесь. Ни. Ни. Тон. Вот здесь. Ни. Тон. 2000. Ага. Если мы убираем га, у нас будет ни. Есть такое слово ни. Тон. 2000. Ни means... Only two. Они Тик-ни. С приставкой только два. Тик-ни. Видите, какая разница. Можем ошибиться в цифрах. Нас надуют. Это with the no suffix. Few letters are changed. But these are not changing, you know. Га. Видите, га. Га. It's all га. Most of the letters, they will not change the mean, this pronunciation with this prefix. Okay. A few like na, nya, ma, na, and na. Много, ну есть несколько, опять же, где шла повторять, что есть несколько букв, являясь приставками, немного меняющие слово, звук. Only these few letters, only na, nya, ma, and na. Вот пока только rest 4 он вспомнил. Rest it don't change. Они не меняют. Same. With the prefix or without prefix. Они не меняют слово, звук, и звучать будет так же. But if we... If we examine very carefully, then there may be a little bit different. Ну, если вы наблюдаете за этим... Stronger or less stronger. Only that must. Some with prefix is more strong, and without this prefix is less strong. Но вот остальные буквы в словах, являясь приставками, меняют звук и становятся более звонким. And sa is all the same. Post suffix sa is always, you know, silence. Второй суффикс «са» всегда, всегда не слышен. Гон. Туп. Суп. Туп. These are... No. Гешла показывает примеры. Туп. Туп. Гон. This is гон. Гон да. Even without «са» is also гон. Гон. No, without «са» гон means evening. Без са гон будет день. Гондо is evening. Гондо. With са гон means, you know, mind. Вместе mind. С вторым суффиксом будет ум. Сердце также. Heart sutra, no? А, no. Heart in this гон, like mind. Окей. Гон, mind. Гонда. Часто переводится как ум. I'm sorry. Гонда. Гонта. Я извиняюсь, то есть я очищу свою. Я очищаю свою. So when we say, you know, without са or with са, almost look same. But if we examine very carefully, then with са is more stronger, and without са less. Но если мы помним, вот са это не меняет звук. Гон, гон, вроде одинаково. Но если мы повнимательно отнесемся, то звук немножко другой. When we listen, it's almost same. But it doesn't matter. Yes, no. Gong da. And gay, gay, nangi mare. Gay, gay, nangi mare. With argue, we always live longer. Gay, nye, kwe. Когда есть суффикс, когда есть второй суффикс адигу, например, а дзембу, а всегда становится более длинный звук. Оно удлиняет звук. Кей нанги маре. 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 It doesn't matter. Не важно.
Кэнэнги маре. Кэнэнги маре. Окей. So you should read like this. Kusuk la. Kusuk la. Tucha nanggo. Tucha nanggo. Kusuk la. Kusuk la. Tucha nanggo. Tucha nanggo. Tui nang megu. Tui nang megu. Tui nang megu. Tui nang megu. Gonge mebaji. Gonge mebaji. Gonge mebaji. Gonge mebaji. Gonda. 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 Ge nangi mare. Ge nangi mare. Ge nangi mare. Ge nangi mare. Now please you read. А теперь мы читаем без подсказки. Кусула. Туча нангу. Туин нами. Туин нами. Давайте еще раз прочитаем. Кусула туча нангу. Туги нангу. Туги мебачи. Гонге мебачи. Гонге мебачи. Гонда. Гонда. Окей. That's okay? Any question? Какие-то вопросы? Да, и рабить там. Теперь стирать? Он может стирать? Окей. Сашка, где ноги мои? Thank you.
Thank you.
강사 강사 순배 순배 민섭 민섭 pronounce of the third person. Местоимение третьего лица. Минцап in pronouns. Минцап местоимение. Сумба third. Сумба третье. Канса means person. Канса это лицо. Канса сумбе минцап third person. These are the third person. Все это третье лицо. Местоимение третьего лица. Ко. Ко. He. Он. Мо. Мо. She. Она. Ordinary. Is it ordinary? Это в обычной жизни мы говорим ко он, мо она. And this is ком means honorary. Ком это уважительное отношение. He and she both. Она или он, неважно. Кон. Конги and his. Конги его. Конги. But his. She, but her. Both Kong is both she and he both. Это форма одинакова как и для женского, так и мужского рода. Его, ее. And Kongzo they. Kongzo они. They. Они. Kongzo they. Они. Kongzo la them. Kongzo la их. Them. Их им. He, she, he, she. His or her, they, them. Ко, ко, он, мо, она, кон, он, она, конги, его, ее, концо, они, кон, консола, их, им. Кон, ми, я буду. Кон, ми, я буду. He is a good man, good person, good man. He's a good man. Кон, он, ми, человек, я ходу хороший. Ду является. Good man, is it? He is a good man. Кон, ми, я ходу. He is a good man. Он хороший человек. Кон, ла. Кон, ла. Дир мапе. Дир мапе. Сунро. Сунро. Tell him not to come here. Скажите ему не приходить сейчас. Tell him. Сунро, tell him. Скажите ему не приходить сюда. Не ходить. Мапе. Not to come. Не приходить. Дир. Here. Мапе, не приходить. Дир здесь, сюда. Конла ему скажите. Конла him. Yes. Сунрок. Сунрок скажите. Сунрок тя? Сунрок скажите. Tell him. Сунрок tell him. Tell him not to come here. Tell him not to come here. Еще раз. Конла ему дир, дир сюда, здесь. Матеп не приходить. Сунрок скажите. Скажите ему, чтобы он сюда не пришел, не приходил. Tell him not to come here. Кон ла дир мапет сунро. Кон ла дир мапет сунро. Кон ла дир мапет сунро. Кон кон ла хим. Конги, конги, ше, ше, япо, япо, тон, тон, туки юаре, туки юаре. He can sing well. He can sing well. Он может хорошо петь. Конги. Он, он. Ги is a preposition. Ги – это родительный падеж, частичка, обозначающая родительный падеж. В данном случае суффикс «са» означает, что есть действие. Вы помните с прошлых уроков? Ще – means song. Ще – песня. Якпо. Якпо – хороший. Тон –
Сын. Тун пе. Сын. Ше тун. Тун. Ше тун пе. Ше тун пе. Тупа мен кен. Тупа. Туп. Моч. Кен. Туп. Моч. He can sing. Well, he can sing. Йори. Ги Йори является. Йори. То есть, ком он, ги он может. He can sing well. Actually, this meaning is he can sing well. В общем, дословно переводится как он может хорошо петь. He can sing well. Он может хорошо петь песни. Or he can sing well. Или она, неважно. Both he and she and ком, no? He can sing well. Or he can sing well. He does is tong. Хонги тон. Главное значение то, что вот кон, то есть он или она делает, ну дословно переводит, делает песню, поет песню. Вот ги, вот это ги са окончание означает он делает что. Хонги ще тон. Хонги ще тон. He sing a song. Он поет песню. Хонги ще тон. Хонги ще Yapu Tong Tuki Yuari. He can sing well. Он может хорошо петь. So this Kongi Tong is this main why we write this is because it's previous verb. Tong is a verb. Tong, action. Tong это действие, это глагол петь. That's why we read как ги слаги. Поэтому мы пишем са после ги. Поэтому вставляем эту часть ги. So he can sing well. He can sing well. Kong la, Kong la, Sang ni, Sang ni, Xie jik, Xie jik, Tong ro, Tong ro, Sung ro, Sung ro, Tong ro, Tong ro, Sung ro, Sung ro. Please tell him to sing a song tomorrow. Пожалуйста, попросите его спеть песню завтра. Kong. Him or her, Kong La, Kong La. Ему или ей. Sang Yi, tomorrow. Sang Yi, завтра. She Chik, a song. She Chik, тоже песня. A song. Tong Ro, sing. Tong Ro, петь. And Sung Ro, tell him. Tong Ro, it's future tense. Tong Ro, yes, future tense. Tong Ro, это форма глагола петь в будущем времени. Сунро, tell. Сунро, скажите. Tell him. Скажите, please tell him to sing a song for tomorrow. Скажите ему, чтобы он спел песню завтра. Чтобы он завтра спел. Please tell him or her to sing a song tomorrow. Скажите ему или ей, чтобы она спела, он спел песню. Конг ла, сэнь ни, ще чик, тонг ро, сунг ро. Honsu Bela Tebare. Honsu Bela Tebare. They went to Tibet. Они едут в Тибет. Honsu Day. It's what's time it's? Past. Past. Это прошедшее время. Они приехали. Honsu Bela Tebare. Past. Они поехали в Тибет. Honsu. Honsu они. Bela. Тибет. Тибет. Love. Тибет. Пеппа уехали. Пеппа ре. Вент. Пеппа ре уехали. Ре это является. Пеппа ре уехали. Пепки ре. Все, они уехали. А пепки ре убила Пеппа ре. 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 Prepare. Kongzu Bela Prepare. Kongzu Bela Prepare. Kongzu Bela Prepare. Kongzu Bela Prepare. Kongzu Jagala Prepare. Индия. Индия. А если будет Джакарла, то в Индии. Джакарла Пепаре. Они уехали в Индию. Кунду Россияла Пепаре.
теперь вы из России. И они уехали в Россию. Instead of you can put any country. И вы видите, вместо Тибета вы можете поставить любую страну. Дебди Кунзола Наруанан. Please give this book to them. Пожалуйста, дайте эту книгу ему. А, им, извиняюсь. Деб. Деб книга. Книга. Ди. Ди это. This. Это. Кунзола. Им. Да. Наруанан. Наруанан. Please give this book to them. Дайте эту книгу ему, пожалуйста. Honorific, yeah? Yeah, honorific. You know, Наруанан is always honorific. Наруанан всегда уважительное отношение, поэтому мы переводим, пожалуйста, yes. Дайте. Хотя в тексте этого нет, пожалуйста. You can simply write Дебди Кондола Наруанан. It's also okay. It's a complete sentence. Дебди Кондола Наруанан. Если не будет нан в конце, это также будет предложение считаться верным. Наруанан means more respect. Наруанан более уважительное отношение. More respect. Дебди кондола наруанан. That's the completion. Одинаковые, скажем, значения, но более уважительно будет, если мы нам добавим, как в данном случае мы добавим. So these are the third person, you know? Third persons for pronoun. Все эти местоимения третьего лица. Мы должны запомнить. Ко-мо. 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 Он, она. It's the ordinary. Ordinary. Yes. And кон. Кон. Уважительное отношение. Он, она. Неважно. He or she. Неважно. Конги. Конги. Yes, конги. Ему ей. His heart. Его, ее. Кон-цо, they. Консо, они. Консола, them. Консола, им, them. Их. Ко-мо, кон, кон-ги, консо, консола. Кон-ми, яко-ду. Кон-ми, яко-ду. Кон-ми, яко-ду. Кон-ми, яко-ду. Кон-ла, дир, мапеп-сум-ро. Кон-ла, дир, мапеп-сум-ро. Кон ла дир мапеп сум ро. Кон ла дир мапеп сум ро. Кон ги. Кон ги. Ше якпо. Ше якпо. Тон тук ки. Тон тук ки. Йоре. Йоре. Кон ги. Кон ги. Ше якпо. Ше якпо. Тон тук ки. Тон тук ки. Йоре. Йоре. Кон ги. Кон ги. Ше якпо. Ше якпо. Тон туп ки. Тон туп ки. Йоре. Йоре. Кон ла. Кон ла. Саньи. Саньи. Ше чик. Ше чик. Тон ро. Тон ро. Сум ро. Сум ро. Кон со. Кон со. Бе ла. Бе ла. Пе ба ре. Пе ба ре. Деп ди. Деп ди. Кунзула, Кунзула, Наруанан, Наруанан, Дебди, Дебди, Кунзула, Кунзула, Наруанан, Наруанан. Okay. Now please you read. Давайте прочитаем. Гансак, Сумбе, Минцак, Гансак, Сумбе, Минцак, Ко, Мо, Кон, Конги. Консо, консола. Коми якоду, коми якоду. Конла дир мапеп сумро. Конла дир мапеп сумро. Конги ше якпо тонту ки йоре. Конги ше якпо тонту. Йоре. Кола сани
важен. Окей? Окей. The next will one by one. А в следующий раз мы прочитаем один за другим. So we will stop here. А на сегодня мы заканчиваем. Наши дела. Тут дичей. Тут дичей. Следующую пятницу.